аналоги для электрических систем есть? Даже не представляю. Ну, если они не расщепленные. Нет, нет, для постоянных. Если это на самом деле система. А? Для постоянных какой-то вот пространство, каждый здесь тянулся. Ну, можно, можно что-то, но результатов, так сказать, аккуратных результатов я не знаю. Совершенно не знаю. Вот сколь-нибудь близко к таким вещам. Особенно если касаться последнего. Нет, в плоском случае есть, а вот пространство. В плоском что есть? Можно вести пространство карты для. Ну, можно, конечно, да. Но... И есть разрешимость задачи. С L2 ограниченным условием. Понимание, В2. В2, да? Вот представлены тонкие результаты по случаю, когда существует и существование доказанной единственности. Да. Но есть случаи, когда и нет единственности существования. Правильно? Как вы отмечали? Ну, конечно. С другой стороны, посмотрим на это уравнение Лапласа, как на уравнение, скажем, для электростатики. Дано тело, или там сфера, или что-нибудь заряженное. Ток электрический заряд будет распределен. Тогда деформировать, уж выкинем из этой сферы. Тогда условия единственности или существования будут нарушены. Но заряд-то по-прежнему распределен там будет. То есть как вот были какие-то попытки объяснить это с точки зрения физических приложений, вот эти тонкие результаты, чисто математические. Это вы к тому, что область плохая, да? Да, область так, плохая, чтобы, но она реалистичная, может быть. Чтобы. А сможете вы так вообще реально вытянуть, чтобы нарушилось условие? Ну, достаточно условий. Так, чтобы вытянулся. И нельзя было коснуться степенным конусом. Мне кажется, что. А вот только экспоненциально. Мне кажется, будет искрить. Заряд будет стекать. У меня вопрос такой, вы занимались ли вот исследованием? Кто-нибудь сравнивал? Жизнь и нет, уравнение. Много делали таких вещей, когда там вот поверхности меньшей размерности, там как понимать, они не держатся этой нормой. Ну, вот, как понимать, вот там соответствующие уравнения. Прямо для приложения. Вот буквально то, что вы спросили, я не знаю. Например, одна из идей может быть такая, что нужно модифицировать само уравнение Лапласа. Что для нас такие вещи делали. Добавлять такие вещи делали и так далее. Возможно. Это да, одно из более высокого порядка, да, 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 держалось. Кстати, Валентин Петрович занимался этим порядком. Занимался. Но много чем занимался. Не хватает, кстати, Валентина Петровича, он сидит и обычно звонким таким ясным голосом говорит, ничего не понятно.